Акуна Матата всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами Пумба, и это игровой канал Тимон и Пумба. Как всегда, новая неделя, и как всегда, новая игра, по истечении недели после окончания игры предыдущей. Какую-то фигню сморозил. В общем, как вы видите, это у нас новенькая игра, называется Remember Me, воспоминания, мои воспоминания. Ну что ж, давайте посмотрим, мои это воспоминания или нет, а то, знаете... Мои-то воспоминания так себе хромают. В моих воспоминаниях сбор России по футболу, чемпион мира. И везде мы чемпионы мира. И вообще мы молодцы. Ну а на деле-то не так все, наверное. Ну я не знаю, сейчас посмотрим. Может это мои воспоминания, может нет. Надо, знаете, сейчас думаю, что мои воспоминания. Зайдем, а там вообще не мои воспоминания. Обманывают меня там, да? Хитро, умно и все прочее. В общем-то я перед игрой повозился только вот. На самом деле даже не заходил в игру, потому что не видел смысла, потому что на рабочем экране тут неплохо все-таки все проверилось на главном меню. Вот там написано на рабочем экране. Какой рабочий экран? Да, написано главное меню, япона мать. В общем, все написано, и тут сразу по звукам определился, настройки тут заходил. Мне, кстати, нравится, как вот... Мне вот сам эффект нравится. Я просто обожал это делать. В общем, давайте начнем. Добро пожаловать в Новый Париж, 2084 год. Bienvenue. Хреново, я французский, короче, учил. Я как-то больше по-английскому, знаете. А этот, Тимон по-немецкому. Анала вообще по-английскому только тоже. Хотел сказать вообще по всем, но понял, что она только хорошо, очень хорошо по-русскому и просто хорошо по-английскому. Вот такая, вот так вот Анала, да. Да, вот так. Ну, что поделать, ну. Вот у меня не очень хорошо у меня, кстати, наверное, по-английскому на письме наверное, даже лучше, чем на английском. Потому что на английском запятых не так много и прочего. Десятого, серьезно. Хотя пишу грамотно, но вот запятые у меня с ними иногда бывает проблема. И лишнее ставлю. Не, знаете, проблема не в том, что я не доставлю что-нибудь, а лишнее ставлю. Проблема. Ладно, все, давайте начинать. Игра... Я даже не знаю ничего о ней. Я даже не читал. Специально, чтобы было интересно. Я только посмотрел то, что у нее высокие рейтинги, хорошие отзывы. И то, что непосредственно графика такая очень приятная глазу. Ну, там не только графика на самом деле. Ну, вы сейчас поймете. Давайте, все, что я говорю, новая игра. Идеальное испытание для опытных игроков. Я еще не опытный игрок. Насколько вас хватит? Наслаждаясь сюжетом, не обязательно быть лучшим этим. Давайте, это да, это я. Это я, как бы, знаете, у меня в играх как-то лучшим бойцом быть не получается. Знаете, потом, вот, допустим, у меня неплохо получается играть в Fear и, допустим, Dead Space на среднем уровне. Но вот здесь, где надо драться, говорит, драться, это, пожалуй, будет эррорист. А что это за эррорист? Это эротический террорист, что ли, я не знаю. Ну, да, сейчас мы узнаем. Будем наслаждаться сюжетом. Так, нажав тап, можно открыть меню Сенсина. Которым извиняется, раздел сожжение, глухо, причесывает пробел. Я нажал пробел. Еще ничего. Воу! After our boat sank, I was the only refugee to reach the shore. Я не буду говорить тот момент, когда разговаривать, наверное. I held my husband's hand until the very last second. И вы читайте. I can still feel the nails of his fingers sticking into mine, you know? The first night he said to me, let's share our memories. I remember I was sort of afraid. But, then he smiled, and we hit the switch together, and then... Меняться воспоминаниями? Это так у них называется контакт, что ли? Или поцелуй? For the first time, I was living all of his love for me. It felt so warm and so strong. Почти слишком сильно. Я, называется, не хотел ни говорить. For the last three years, every day has been our first day. Что это за реклама вирусная? The weather was so hot that day. The streets stank of this awful smell of burning plastic. I walked with the other children across town until we were outside of Paris. No one fired. The war was over. I don't know if I'll ever find the courage to give these memories to my son. But I'm relieved to know that they are all safe and secure. На флешке? Thanks to my sensen, I choose to remember every defining moment of my life, good ones and the bad. Старуха, ты вообще меня пугаешь больше всего, по-моему, маньяк. Thanks to my sensen, my husband lives on here. Здесь. And here. Здесь. Ого, это что
это какая-то фигня крутящаяся сзади была? Нифига себе это. Я говорю, это вирусная реклама, серьезно, 2004 год. Там пропаривают какую-то фигню, не верьте в это. Вирусники они такие. Че? Эпизод 0. Прекрасно. Хорошо не с минус 1 начал. А то бы я не удивился, знаете, это ж я любитель немножечко поломать. Воскрешение, перезагрузка. Важная информация о противниках сохраняется в разделе дневник меню сенсинга. Пробел. Ух ты, реально работает. Когда противник готовится выполнять специальную атаку, над его головой появится более крупная подсказка. О! И пробел. Если игра кажется слишком сложной, вы можете, если... Воу! Что это? Что-то вылетает из башки. Воспоминания, что ли? Охренеть! Нифига у тебя воспоминаний-то. Мне кажется, мамонты меньше жили, чем у тебя воспоминаний в башке было. Да. Мне память стер. А зачем? Привет. Ты кто? Здорово, зеленый человечек. Good day. Can you hear me? Да. А я говорить-то могу? Ой, я могу говорить. Ну хотя бы это память. What year? What did you say? Чё, Нилин меня зовут? Нилин. Чё ты такой гнивый-то? Now that's a first. Not to worry. We'll scrape away those last memories. What year is it? Чё ты? Зачем? It's 2084. Do you know where you are? Меня трясёт, Дэк. No. Not so resistant after all. Thank you for your cooperation. Что-то... У тебя с ботинками что-то не так. Дроид какой-то. Серьезно, в резиновых сапогах? Доктор, какие-то ходят, японо-мать. Что тут за петля? This subject is displaying some resistance. Complete the substitution protocols, then send her to me. Вы читайте, я не хочу просто портить. Что там у него моргает за спиной? А ты уверен, что это твои воспоминания? Нифига тут что происходит. Я хоть что-нибудь умею. Я знаю, как меня зовут Нилин. Прекрасно. Воу-воу-воу. Я, по ходу дела, ходить не умею. Прекрасно. Просто замечательно. Воу. Здрасте. Сканер? А что имя не назвал? Поднимите голову. Используйте. А. Нифига себе. Так я споднял. Так. Thank you. Now stand up. Встаньте. Вы? Так, ну, встаю. Как сложно было это сделать, посмотреть на него, серьезно. Место зачем? О, ты че? О, нифига себе, это моя комнатка была. Ну зато тут помы. Воу! Что это мелькает? Помыться в туалет. Да, твою мать! Ну-ка, давайте посмотрим на нее. Нормально. А почему? Чё у меня моргает-то? А, типа... Чё происходит вообще? Чё за фигня? Ты вот чё, Стэнли Парабл, что ли, по линии-то идти? Чё? Не так. Чё, я могу подойти? Воу-воу, тихо, стой! Это у меня лагает или это так нормально в игре? Тихо. Тебе плохо, что ли? Он еще за мной летит. Ты иди ты. Глада, что ли? Нифига, у тебя лицо, блин. Что происходит? Ой, там такие же, как я. Но у них что-то на башке надето. Слышь, ты заколебался со своей оранжевой линией. Хрен, я Гладов. Иду. Вот ты запарил меня. Чего? Один, три, два, один.
Нифига, какой ты умный. Стоп. Тихо. Один. Что за шесть? Ну, погодите. Что у нее там? Охренеть, вы что, мозги промываете? Реально, серьезно, смотрите. Они ему эту фигню, он же сумасшедшим станет. Эй, ты говно. Что тебе надо? Вот ему пофиг. О, прости. Вот такая симпатичная. Робот? Ни хрена себе, вы как, добрая? А что ты меня так понял? О, смотрите, не смотрит. Смотрит. Жуткая же ты баба. Не хотел бы я с тобой. Не хотел бы. Слышь, ты в жопу. Нифига вы тут побитые. Нифига вы тут все похожие. Мне же интересно. Ой-ой. Ты куда? Что, в окно, что ли? А, он сканирует и придает... А, тут... Иди нахрен отсюда! Иду, я иду, друг мой любезный. Чё там? Три уже, два... Стоп. Один, стоп. Ну да, стоп, правильно, я тут остановлюсь. Походу, дело, она уже сумасшедшая. Ну да, у нее там вообще сломано, у нее даже белых нет, у нее все помаркивает. Смотрите, там серое чего-то. У нее там вообще ничего нет. Все должно быть оранжевое, что ли, за спиной, или чего, я не понимаю. Воу. Здорово. Что, мы так можем разговаривать? Ни хрена с технологией дошли. Что тебе надо? Что тебе надо? Здорово, а как у вас там? Ну да, у них определенные импульсы, смотрите, то есть они только одно знают, и все. То есть они не все знают, они знают его часть. Ой, какие вы все темные ребята, серьезно. Мутные темные ребята. Твою мать, это что? Воу! Твой... Что за фигня? Куда все идут? Что происходит? Я да не хочу. Я посмотрю. Охренеть. Охренеть. Вот этого этой игры я не ожидал. Это охренеть, как охренительно. Это робот, что ли? Это у него на затылке глаза, что ли? Монако. Реально затут глаза. Вы прикиньте, то есть она видит спереди и сзади. Ну ты читер, а? С тобой драться вообще невыгодно. Я иду, иду. Иду, иду. Я может туда схожу? Я тебя не слышу. А, у нее на башке что-то. Господи, я думал, это он так выглядит. Охренеть, чего ты делаешь? Сними-то, ебана мать. Зачем вы тебе память стерли? Слышь, заткнись. Можно мне саму чего-нибудь поделать? Вариантов-то у меня теперь... О, там кто-то есть еще. Я дойду. Я... Там опять этот робот головы. Печаль, беда. Я... Вот так я так, таким я не хочу быть. Тихо, тихо. Куда это его подняли-то? Кресло? Вот то кресло? Что? Они выкачивают память. О, я не хочу. Я обратно. Куда ты пошла? Нилан. Да, слушай. Нилан. Да, слушай. Can you hear me? Нифига ты напугал. They're about to wipe your brain now. Don't let them do it. I need to create a diversion. Be ready to move when I say. Так, ладно, понял. I'm the voice you have to listen to if you want to live. Понял? Все, давай, спасай. Don't leave me alone. Не оставляй меня одну. Ну ладно. Можно, пожалуйста, что-нибудь сделай? Там. Да нифига нас там много-то. Твою мать. Ой, ему надо много чего не возник. Ух, там есть.
Millen, the large metal shutter is going to raise on your left. If you understood me, move your head. I'm linked to your sensei. I'll feel it. Yeah. The door. Go under. Отлично. Меня никто не палит? О, выходить нельзя. Отлично. Залезай, залезай, залезай. Ну. Ты можешь чуточку это быстрее делать? Нет, конечно, какое чуточку. Мы настолько чуточку быстрее, что чуточку медленнее это стали делать. Дед нас сейчас заметят. О, здрасте, это... Это кто? Нифига себе. Так, у меня веснушки, ватрушки. Что это у меня? О! Мне в это надо залезть? Нифига себе, это круто. Сейчас, погодите. Это круто. Отлично. Мне же в это залезть? Мне же... Ну почему? Ну почему нет-то? Я тут вообще молодец был бы. Блин. Меня это не радует, конечно. Там... Ой, я могу находить. Отлично. Ну ладно, давайте. Давайте пойдем, чего. А, ладно. Твою мать. Прекрасно. Ну ладно. Что? Какая? Да ладно. Его на мать, вы что, прикалываетесь? Это сходу с ним драться? Внимание, я опасно. Я понял. Твою мать, не беги. Ни хрена себе ты мужик, блин. Тихо, вот в самом начале будет это самое тепло. Справа, понял? Нифига себе. Нифига себе начало. Мне плохо? Get up. You've got to keep going. Я тебя понял. Ты бы еще представился. Так, ладно, смотримся. Нет, не осмотримся. Ладно, погнали. Охренеть, сразу против такой твари. Я думал, реально драться надо было, все лишь убегать. Че это у нас? Ой, там что-то летит. Че это? Че это такое? Какое открытое место небезопасное. Воу, там люди едут. You're almost there. Slide into a casket. Quickly. То есть кто-то шевелится живой, а кто-то нет. А, все шевелятся. Гроб? Не-не-не, я не хочу. Ой-ой-ой, не-не-не, я передумал, я хочу. Я хочу, все, я передумал. Нет, они все шевелятся, сижу я. То есть это которым стерли память? Ой, что там было, осторожно. Которым стерли память? Видимо, сюда их сажают. Офигеть, то есть их гробы засовывают, и живыми они умирают, что ли? Да что-то не похоже, что это сон. То есть я залез в гроб. Что с этим гробом делать? Я надеюсь, их не сжигают. Да куда-то их пустили. Как, знаете, паук, чья лапа. Чего теперь? И я вас слушаю внимательно. Я не слушаю. О, когда на другом появляется подсказка об атаке, то, что я делаю, указывает мне, что искать. Понятно. Пьер Сулаж. Тут еще и французских ученых запихали, наверное. Так. Millen, are you okay? Я в норме. No, вообще-то нет. Get out of here. Get me out of here now. Calm down. My name is Edge. Я чего, what? You have to trust me, sis. I just did, bro, and now I am trapped in a coffin. I must prepare you for what is waiting outside. The enemy is Memorize, a corporation that has digitized and commoditized memories. They call it Sensen technology, and the world is addicted to it. You follow? Yes. You were a memory hunter, Millen, the best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them.
And above all, you are an errorist, just like me. Why did they do this to me? You were a revolutionary fighter and my best agent. We all fought to assure that no firm might build a monopoly on all human memories. But I failed. We were rounded up and imprisoned. Oh, this is all very interesting, but I really have to get out of this coffin now. The currents are going to take you to slum 404. Once you've landed, I'll tell you my plan. Я разберусь. А то, что вот так поможет, да, молодец. Да, молодец. Мы там где-то в воде плаваем, вообще зашибись просто. Remember me. Ну вот, видите, какие у меня жесткие воспоминания. Эпизод первый. Бедная жизнь, низкий технологий. Вы можете увернуться от удара и продолжать связку. Просто нажмите пробел, чтобы вернуться от противника, или пробел, чтобы вернуться от другого врага. Ого. Нифига себе. Когда на другом появляется подсказка в атаке, нажмите, чтобы перепрыгнуть противника. Это позволит вам продолжить связку. Угу. Эй! Трусоба 404, ну приш. Это как R-404. Видимо, понятно, почему сюда всех отсылают, потому что это трущобы. Куда я плыву? Нифига тут гробы. Нифига, это все гробы! Охренеть. У них что-то вообще с памятью плохо. Какой Джонни? О боже, что с вами, ребята? Охренеть. Охренеть. Охренеть, что? Alive? Обалдеть, что с ними не так-то? То есть после того, как им выкачивают память, они вот такими становятся? Look. A new us. Pain is shared now. Pain is lost now. A new us. Tears and grins. Lost. Look! А ну вас! Господи, хоро, рать-то, ребята. Охренеть, что с вами не так, ребята? А, тут еще и дышать было сложно. Здрасте, вы как? В смысле мясо? Sister, meet. How about friend? Вот именно так. Кто это Джонни? Чего плачет Джонни? Кто такой Джонни? Меня беспокоит Джонни. I'm not part of your tribe. Is that it? Что? Удерживаюсь, да? I don't want to fight you. You're gonna have to, Nil, and these guys will kill you. Use your presence. Что используй? Нажмите Tab, чтобы открыть меню сессии. Нажмите Enter, чтобы войти в лабораторию связок. Так, ладно. По ходу игры вы будете открывать ранее забытые боевые приемы. Открытые приемы можно использовать в связках. Обратите внимание, что первую ячейку в связке изменить нельзя. Ага, кулак. Последовательность нажатия кнопки связки определена заранее и неизменно. А, ну все. Силовые приемы наносят дополнительный урон и пробивают защиту. Составьте связку из трех ударов, используя оба силовых приема, чтобы вспомнила Нилин. Выберите прием при помощи вверх. Ну, что вверх, вниз, влево, вправо. И нажмите на чтобы подтвердить. А, то есть. Вот так, да? То есть, вот это сначала идет. Так. Вот так. Нет, тогда. Теперь при помощи вверх-вниз выберите ячейку связки, которую хотите поместить в прием. А. Сюда. Сделать то же самое с последней ячейкой связки. Чё это сделать?
Что? Я пока что не понимаю. Что? Готово, у вас получился эффект из трех ударов с использованием силовых приемов. Подсказка. Наносите очередной удар, когда предыдущий попадает в цель. Ага, то есть это вот тут. А можно вот эту как... как-нибудь куда-нибудь запихать? Нет, нельзя? Ну ладно. То есть, а как он выглядит? Ладно. Нажмите так, чтобы выйти из лаборатории связи. То есть мне теперь надо бить, да? Динамическое отображение связок позволяет видеть в реальном времени кнопки, которые вы нажимаете для выполнения... выполнения связок. Воу! Охренительно! Так, отлично. Отлично. What are they? Leapers. Miserable cast-offs left to rot in the depths of Neo-Paris. О, не, по-другому выглядит. О, нифига. Monstrous, more like. They are the abandoned children of our Sen-Sen age. Ага. Simply humans, like you or I. But cast as shadows of our shame. Каком? Something we are meant to fear. Another justification for the error's cause. Понятно. Who's there? Охренеть. То есть... О, все, сохранение. Давайте вот на этой ноте закончим, потому что дальше я чувствую, будут драки какие-нибудь. Основную часть мы поняли, да? Мы увидели. И она охренительна. Серьезно. Это офигительно. Ну а сейчас на этом мы пока что прощаемся. Увидимся уже в следующих сериях на канале. Мне офигеть, как это нравится. Только мне не понравилось, как я связку сделал. И можно я заменю? То есть вот. Ага. Вот так вот. Как это выглядит теперь будет? И бум! Офигительно. Ту-ту-ту. То есть прыжок, удар и душ. Ага. Урон 125. Так. А если вот это заменить? А, ничего не меняется, да? То есть... Ну как эпично выглядит? Туф, туф. Хотя нет, вот это надо заменить на вот... Туш. Да. Да. Теперь это будет вот так выглядеть. Туф, туф, туф. Вообще нормально. Да, мне нравится. Все, запомнили? Запомнили? Все? Офигительно. Мне нравится. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Пумба, игровой... Почему-то хотел уже сказать Тимон. Игровой канал Тимон и Пумба. До новых встреч на канале. Ну что ж, с почином нас, с новой игрой. Игрой Remember Me. До новых встреч на канале. Увидимся уже в следующих сериях. Пока.